В самом истинном ее проявлении от одноименного коллектива руководитель Анастасия Киренкова. Сюда, к своим подопечным. Валерия Орлова, Ксения Шутова и Александра Аксютенко. Доброе утро. Доброе девушки, утро. Это вам. Ты, возможно, Дмитрий с ансамблем «Экспрессия» не знаком. Так, я вот за их творчество слежу довольно-таки долго. Я знаю Анастасию уже довольно-таки давно. Сколько лет? Ну, около 6 лет я точно слежу за их творчеством, как минимум точно. Я хочу вам сказать, что вы невероятно растете, развиваетесь и выглядите шикарно. «Экспрессия», как говорится, впереди планеты всей, как обычно. Что мы сейчас увидели? Расшифруйте месседж для наших зрителей. Ну, в нашей студии приходят дети, они приходят с 3 лет и занимаются... там, скажем, до тех пор, пока у них не построится личная жизнь, либо они останутся в танцах, либо идут. И вот девушки у нас остались в танцах после выпуска нашего, после 11 класса, и мы решили с ними сделать новый проект, который называется «Сибирский балет Брусника». Mm-hmm. Непосредственно мысль вот этого номера в чем заключается? Я понимаю, что это современный танец, но мне, как человеку, хоть к танцу немножечко относящемуся, но тем не менее, ну, не скажу, что очень понятен, я буду с вами честен, в чем смысл? Объясните мне, расшифруйте. Ну, вообще, мы, конечно, ради эфира сделали вырезку двухминутную. Uh-huh. Вообще, этот номер идет 8 минут, uh-huh. и он о русской лени. Uh-huh. Поэтому мы, так скажем, не успели вставить там сюжетные вещи, которые раскрывают тему. Вот так. Ну, в общем, такой динамичный кусочек мы посмотрели, да. Для того, чтобы в качестве затравочки, потом, чтобы возникло желание полную версию лицезреть уже непосредственно на сценической площадке. Где можно полное увидеть? Полное... Но мы готовим сейчас не только, как бы у нас есть эта полная версия, у нас есть еще... Мы сейчас работаем над спектаклем, который называется «Зазеркалье». Он о зеркале, о зеркале сначала и до сегодняшних дней. Но мы вообще планируем, что мы будем делать это просто на улице. Мы будем делать такой вид перформанса. Ну и ждем лета. Эй, уличный перформанс, собственно, почему и брусника, наверное, потому что... Да, лето эти было. Почему брусника? Ни земляника, ни ежевика, ни кислица, ни смородина. Да, и какая брусника на вкус? Ну, конечно, у нас есть такая легенда, что у нас есть такой замечательный тоже выпускник, его зовут Данила Брусникин, и, наверное, поэтому брусника. Но нет, Б-балет, Рус-ника, русская победа. О, как все зашифровано. Понимаешь, вот как это все работает. А мне хочется у девушек спросить, а почему вы так захихикали, когда про Данила зашла речь? Кто это? Данила Брусникин. Вот так это прям сейчас выглядело. Ай-яй-яй. Видно, да, сразу, что девчонкам нравится Данила. Кто такой Данила Брусникин? Все хотим знать. Ну, Данила — это наш партнер, и он очень интересная личность, веселый. И у нас в коллективе он как, наверное, символ коллектива отчасти. Талисман экспрессии Данила Брусникин. Его в студии нет, а мы про него уже столько. Да. В общем, да, забудем о Даниле. Девушки, скажите, почему вы выбрали именно направление современный танец, а не, допустим, скажем, там, балет народный или, скажем, хип-хоп? Да, это немножко другое все равно. Вообще мы всем занимаемся. А, всем занимаетесь? Да, у нас предметы, они... Ну и в студии они идут с детства. У нас обязательно классический танец, и у нас есть и хип-хоп, мы как бы изучаем. Да вы ему все. Простите его неопытность, он далек от танцев, просто он не знает, что на рынке услуг, а именно по танцам, ценится тот специалист, который является максимально универсальным. То есть он должен абсолютно профессионально владеть как минимум 3 стилями для того, чтобы была способность зарабатывать своим ремеслом себе на жизнь. Вот я тебе такой секрет. Хорошо, скажите, вот я как человек далекий от танцев, в определенной, ну, категории, так скажем. Вот я могу попасть к вам в коллектив? То есть я могу прийти куда-то на кастинг?
Да, вы можете попасть. Конечно, будет очень сложно, потому что, ну, занимаюсь по 20 лет, девчонки mm-hmm. занимаются, естественно, с очень юного возраста. Конечно, есть определенные физические особенности, но мы с удовольствием ждем просто харизматичных личностей, которым как бы это интересно и как бы... А как мне подготовиться? Что мне нужно? Какие упражнения там? Ну, я не знаю. Надо просто позвонить и прийти на урок. А, вот как. Да. Для начала раз он не палец, что называется, и позвонить. Кастинг это хорошо, конечно, но я тебе настоятельно рекомендую, перед тем, как в профессиональный коллектив вливаться, нужно подготовиться. На фитнес походить, в штангу тягать там и все Слава, такое. Слава, ты не знаешь, какой баскетбол фитнес у нас в этой руке сейчас? В баскетбол поиграть, да? Есть, да, у нас есть выпускник, который сейчас танцует в камерном балете «Москва», и он начинал свою деятельность с баскетбола, и только после 18 он осознал, что он все-таки хочет танцевать, и сейчас он, его труппа, камерный балет «Москва», они лауреаты «Золотой маски» в Москве. Просто человеку захотелось чувствовать, что его прыжки не просто к корзине, а они хочется, чтобы его прыжки были более осмысленными и длительными. Прыжок в искусство, что называется. Но, видишь, карьера людей меняется. Возможно, через несколько лет Дмитрий Дьячков превратится в замечательного, очаровательного солиста, не хуже товарища Брусникина будет. Знаешь, максимум, на что я могу рассчитывать, это вызывать смешок у девушек после того, как уйду из коллектива с позором. Да-да-да, просто после попытки замахнуться на Гранд Батмана, и девчонки: смотри, какой нелепый парень. Да-да-да, я думаю, это про меня. Я еще раз представлю наших гостей. Это художественный руководитель коллектива «Экспрессия» Анастасия Киренкова и участницы Валерия Орлова, Ксения Шутова и Александра Аксютенко. Очень приятно, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо вам большое за этот замечательный, яркий и сочный, как брусника, визит. Для того, чтобы следить за девчонками и за их деятельностью, следите, наверное, за ними в соцсетях, а вы точно узнаете, когда будут у них концерты, а когда будут происходить другие культурные и спортивные события, узнаем из афиши.